Вы перед этим говорили, что сегодняшний матч, не имевший, в общем-то, такого турнирного смысла, для вас является определенной как замена тренировочного процесса. Сейчас по окончании игры, учитывая, какой она получилась, вовсе не товарищеской, да, вы можете сказать, что сделали все правильно и получилось то, что вы хотели? Когда мы это планировали, а у нас уже есть опыт подобных, так скажем, матчей, когда есть график игр через 2 на 3, через 3 на 4. Самое главное, что мы проанализировали ситуацию, ребята сдали в Москве все необходимые анализы, команда готова, она восстановилась, поэтому у нас ребята могли спокойно провести этот матч. Понятно, что у каждого свои временные отрезки. Вот, поэтому здесь не было какого-то страха. Да, конечно, там боясь какого-то травматизма, да, но слава богу, что сегодня все прошло хорошо. Правильно ли или нет, эмоциональная составляющая. Плюс команда выиграла то, что в концовке фактически в добавленное время перевели матч и вытащили его и перевели в серию пенальти. То есть эмоциональная и психологическая составляющая только в плюс идет. Тот период на сборной, который нам не удалось провести хороший контрольный матч, потому что у нас большое количество игроков было задействовано в сборных. И вот тот немножко ритм игры, те игровые связи были утеряны, что показал матч с Химками. Поэтому нам очень важно было сегодня вернуться, еще более цельно сыграть. Поэтому я думаю, что в этом плане удалось. Уверен абсолютно, что команда восстановится к воскресенью с матчем в Санкт-Петербурге. И при этом никаких смущений не вызывает то, что все-таки выезд в Ростов по-особенному сложный получается? А в чем он сложный? Сел да поехал. У нас комфортабельные условия, отличный поезд. Вечером сели, утром приехали. То же самое сегодня, ночью сели, завтра приедем и начнем восстанавливаться. Никаких сложностей нет. Спасибо. Спасибо. Да, спасибо. Спасибо.